Привет. Блог Светлого Мира. Во-первых, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Это очень здорово. У меня для тебя один вопрос, я тебя не буду мучить долго. Скажи, пожалуйста, что в твоем понимании счастливый, добрый, светлый мир? Что ты вкладываешь мир в это? Мир? Да. О, боже, это так сложно. Это вообще никто не знает. Поэтому мы такие все контрастные. На самом деле, мы все разные. У нас у всех разные взгляды. Мы все видим маленький мир в Инстаграме, например. И видим, как люди комментируют. Они совершенно по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию, одну и ту же картинку. Поэтому нам нужно быть просто терпимыми друг к другу. Не навязывать свои идеи, не навязывать свое мнение. А если ты до чего-то дошел сам, как это, есть демотиватор, советуй свой совет себе. В общем, очень сложно что-то кому-то посоветовать и чтобы это ему помогло. Потому что это разные обстоятельства, разные какие-то жизненные, да люди разные вокруг тебя. Поэтому притягивайте своих людей. Своих людей, создавайте свои миры. Свой собственный мир. Да, 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 приходишь домой, ты там уже построил любовь. А это самое главное. Любовь. Любовь, да. Я поняла недавно, что я сильная, потому что я люблю. И моя любовь меня защищает. И то, что ты делаешь, это тоже из любви. Благотворительность, я имею в виду. Конечно, но ты притягиваешь просто своих людей, ты знаешь, что он занимается вот этим, он делает какие-то проекты благотворительные. Моя, например, помощница, которая работает у нас менеджером в моей команде, Айова, я ее вот так притянула, она мне написала просто в интернете, и, знаешь, срабатывает просто интуиция. Иногда интуиция — это такое сильное, важное чувство, которому надо прислушиваться, к которому. Вот. И она мне написала, и я поняла, что это тот человек, который мне нужен, потому что всегда хотела заниматься благотворительностью, но очень много непонятных просьб в интернете, непроверенных людей. В общем, и этот человек, в общем, помог мне. Ты про Полину Тумашек говоришь? Да, я говорю, да, она замечательная. Про Полину Тумашек. Про нее уже все знают. Я везде рассказываю о ней, потому что я ценю своих людей, которые рядом со мной. Я им доверяю, и с ними мы создаем что-то доброе, что-то большое. Новый свой лучший мир. Да, свой мир, именно, свой светлый мир. Спасибо тебе большое, ты большая молодец. И продолжай. Я надеюсь, I hope. Я всем, у кого беру интервью, дарю вот такой маленький браслетик. Браслетик? Да. Настоящая жизнь РФ. Это мой цвет, понимаете? Это наш корпоративный цвет. Группа Айова. Так что ради любви во все самое лучшее. Мы светлый мир, так называется, мы с вами сотрудничаем. Да, мы я знаю. Так что приходите к нам в гости обязательно, ждем вас. Да. Спасибо, что вы есть. Тебе спасибо. С нами была Катя Айова. Спасибо.